Ну, под таким сомбреро и жить можно, конечно. Вопрос с крышей над головой решу. Да, это хорошо. А вот и голова. Чтобы попасть в страну чудес, не обязательно бежать за белым кроликом. Можно сбегать за белой лошадью. Так, ну пора и мне на моем железном двухпедальном коне присоединиться. Мама дорогая, что же это было такое? А вот вечером он возвращаться будет по темным переулкам. Сколько людей с ума сойдут? Сойдет. Эта машина на велопараде не случайно, внутри нее велосипед. Там, как обычно, под Газпромом затор. Пляски на костях мамонта. Покатушки на костях мамонта. При строительстве, при рытье котлована 6-го подъезда были найдены кости мамонта. Как это относится к велопараду, я не очень ориентируюсь. Но... Ну, пожалуй, все, пора ехать. Там было I love Харьков, здесь я звезда Харькова, да? Да, велодень большой праздник. И значит. Особенно для автолюбителей города Харькова.